Почти 10% белорусов приняли участие в выборах депутатов Палаты представителей. Центр избирком озвучил результаты 2 дней досрочного голосования. Всего на 110 депутатских мест в парламенте претендуют 488 кандидатов. На что обращают внимание при голосовании, каким сферам должен уделять внимание кандидат в своей работе, Анастасия Иванникова пообщалась с избирателями. Время такое, уборочное, буду находиться на даче. Он словно истинный аграрий, не может упустить ни одного теплого денька. Как-никак, день год кормит, но ведь помогать в обеспечении комфортной жизни белорусов 4 года будут те, кто в итоге получит депутатский портфель. Поэтому свой выборный день Евгений Подлузский никак не мог пропустить. Нашел своего кандидата. Он обладает должен умением общаться с людьми, доказывать им, если нужно что-то, убеждать, помогать. Работа, домашние дела, возможность проголосовать досрочно есть у всех. Основной день для голосования для журналистов – насыщенный день, поэтому прийти на избирательный участок у меня вряд ли получится. Именно 11 сентября я решила проголосовать досрочно. Для досрочного голосования потребуется лишь паспорт, либо другой документ. Служебное удостоверение госслужащего, студенческий или военный билет, водительское удостоверение или пенсионное. А пока избиратели составляют портреты своих идеальных кандидатов, на участках приглядываются к ним самим. И специально для нашей съемочной группы составляют портреты избирателей. Если в прошлые годы в основном шли люди пожилого возраста, то в этом году молодые люди и девушки. Тем временем секретарь Центра избиркома Николай Лозовик и здесь на работе в участковой комиссии интересуется, активно ли идет досрочное голосование, что в участковой комиссии есть для слабовидящих и что, может быть, нужно изменить в организации выборов. Все для избирателя сделано. На избирательный участок Николай Лозовик пришел со своей женой. Столько лет вместе, но вот выбор кандидатов, увы, не совпал. У меня была возможность изучить, кто баллотируется по моему избирательному округу. И я смотрел, чтобы этот человек прошел какую-то школу производственной деятельности, чтобы он знал, из чего состоит экономика. За дни досрочного голосования серьезных претензий нет, разве что на электронную почту ЦИКа поступают замечания, в основном организационного характера. Вот это второй раз, когда мы приехали сюда для проведения мониторинга за ходом выборов уже парламентских. Я думаю, что выборы здесь будут проведены строго в соответствии с внутригосударственными законодательствами. И это самое важное. Активно к досрочному избирательному марафону присоединилась вся Беларусь. Такую ценную галочку в графе «За» принесут правильные акценты в программах кандидатов. Внимание экономике, социальной сфере, здравоохранению, спорту. А вот у жителей этой деревушки свой избирательный вектор. Хочется, чтобы, конечно, возрождались деревни, поселки, чтобы не закрывались школы. Вот и Кристина тоже на участок пришла досрочно. В центре внимания студентки Академии музыки. Вопросы культурные. Будущая профессия обязывает. Правда, это далеко не все. Экономическая ситуация пока волнует больше. Свой выбор остановила на кандидате, который обещает нам какие-то экономические блага. Всего поучаствовать в выборах сможет почти 7 миллионов белорусов. Основной день голосования наступит уже в это воскресенье. Анастасия Иванникова, Ольга Власовец, Дмитрий Боярович, Анастасия Бут, телекомпания СТВ.